Генеральный спонсор места происшествия ДСК «Поволжье». Материалы для кровли по лучшей цене. Соответствие ГОСТу, премиум покрытие. А внутри сделаем шикарные двери. 3 года гарантии, индивидуальный дизайн. Компания ДСК «Поволжье». Московская, 114, телефон 45-31-95. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. В Орлове вынесли приговор 35-летнему сварщику Александру Черняеву, который убил коллегу по работе. Преступление произошло в деревне Цепели. Погибший был разнорабочим и находился в гостях у знакомого сварщика. После словесного скандала хозяин дома ударил ножом гостя. В выходной день обвиняемый Александр и потерпевший вместе выпивали. Какие именно слова стали причиной конфликта, он уже не помнит. Следователям обвиняемый рассказал, что потерпевший был в гневе. Он сходил на кухню, взял нож и стал угрожать Александру. Что дальше произошло? Ну, он как бы мачился, ну, вот так. Я говорю, ты что, ну, так шаг-то сделал, я говорю, ты что, говорю, выкинь нож. Сварщик выхватил у коллеги нож из рук и одним ударом убил его. Я просто выкладываю, как бы, и сразу... Вот в область, короче, шеи. Покажите, продемонстрируйте, как вы нанесли удар. Вот так. Потерпевший упал на пол, пошла кровь. В итоге он погиб на месте. 2 апреля в полицию поступило сообщение о трупе в одном из домов деревни Цепели Орловского района. Было установлено, что Черняев ранее, за месяц до убийства, также совершил преступление в отношении своей сожительницы. Он при помощи ножа угрожал ей убийством. Эти обстоятельства также приняты во внимание судом при назначении наказания. И окончательно Черняеву было наказание назначено по совокупности преступлений. 35-летнему сварщику вынесли приговор по 2 преступлениям. За убийство и за угрозу убийства в колонии строгого режима Александру Черняеву придется провести 11 лет и 3 месяца. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.